Производим масляное покрытие. Очень просто. Окунаем губочку. Вот, предварительно масло уже было нанесено на белую поверхность и пошпарили. О, как вкусно масло пахнет. Экологически чистый, настоящий продукт. А, классно как. Вот начинаем вот так вот мазать, растирать. Никакого ума не надо. Опа. Видите, как здорово наносится. Несколько слоев при желании можно наносить. И с каждым разом оно будет темнеть, потому что масло впитывается в древесину. И что оно делает, друзья? Правильно, кристаллизируется. Видели, наверное, то, что оно превращается в своего рода янтарь. Янтарь. Знаете, наверное, да, что такое? Это у нас смола, которая производится от деревьев и сохраняет свое состояние миллионы лет. Фильм «Юрский парк» смотрели же там, наверное, где комар залетел в этот янтарь. Также его применяют в первых шагах электричества. Оно создает статику, когда его трешь чем-то таким, типа волос. Видите, как хорошо я произвожу с любовью. Здесь я вообще никак не работает, но здесь надо всю душу влаживать, друзья, всю душу. Вот четко прям, посмотрите. О, я когда стреляю, чувствую этот запах масла. О, запах пороха, когда все это смешивается, получается такой ядреный запах. Дерево, дерево, друзья, не пластиком надо стрелять, дерево. Производим, полностью их покрыли. Ну давай покажем эту красотулю. Красотулю. Посмотрите, пожалуйста, друзья. Какая эстетика. Вот в старину наши деда делали вот такое вот. Деды делали вот такую красотищу. Сегодня это делает у нас Сергей, Степан, наш главный мастер, Антон и Куанышбек. Такая вот команда, друзья. Из таких легендарных людей строятся сегодня такие уникальные приклады. Кто бы мог на расстоянии, ребята, помочь вам быть счастливыми и становиться экспертами в стрельбе и где? Правильно, в жизни. Ведь когда вы начинаете попадать, вы становитесь счастливыми и становитесь достигать своих целей не только в стрельбе. Видите, какие философские у нас продукты сегодня, творения. Ну как, красота, друзья? Посмотрите. Вот смотрите, какая красотища. Какая красотища. О! Экологически чистый продукт. Посмотрите, какой у него дизайн, какая функциональность. Все сюда воплощено ребятами. Какие наши ребята профессионалы. Посмотрите, как они любят свою работу. Люди ограняют бриллианты, а мы сегодня ограняем дерево. Ну что, друзья, до скорой встречи. Увидимся.